Рампин начал работать с Малхут, он должен быть в состоянии гадлут. כדי שזה רמפין יוכל להתחיל לעבוד עם מלכות, הוא צריך להימצא במצב של גדלות. Значит ли это, что мужское кли должно быть в определенном состоянии, в определенном постижении для того, чтобы женское кли начало с ним работать? האם זה אומר שהכלי הגברי צריך להימצא באיזשהו מצב, באיזושהי השגה מסוימת, כדי שהכלי הנשי יוכל להתחיל לעבוד איתו? Зарампин способен получить все потребности от Малхут Хиссароны, несмотря на то, что сам по себе он маленький и не желает гадлута. Зарампин не желает гадлута, поскольку он не нуждается в гадлуте. Он сам по себе совершенен. Это... Есть различие между тем, что я взрослый и я совершенный. Мне не нужно большего. Это состояние Зарампина. Я очень хочу наполнить всех. И если меня спросят, если у меня захотят, если попросят меня, но мне самому больше ничего не нужно. Это состояние Зарампин, и поэтому он совершенен, целен. Это творец, который ничего не желает для себя, разумеется. Не, у него ничего не просят, и тогда он и не может отдавать. Хотя и страдает от того, что не может передать, но не отдает, потому что нет желания. Он не делает это насильно, не существует насилия в духовном. Малхут находится в другом состоянии. Малхут страдает. Малхут хочет забеременеть. Малхут хочет родить детей. У нее есть к этому чаяние. То есть это немножко другой Хиссарон, не как у Зарампина, но тоже от отдачи. Но ни от кого ей забеременеть, потому что она должна получить эти хиссароны, эти потребности снизу, от душ. В нашем мире мы это не наблюдаем. В нашем мире женщина не знает, откуда в ней появляется желание забеременеть. В духовном желание забеременеть следует от разбитых душ, когда души просят. «Соедини нас, исправь нас, породи нас». И тогда Малхут поднимается в Зарампин и требует от него, чтобы он передал ей свет хохма. Ловен, белое от Аба, то, что называется, Зарампин передает свет хохма, и Малхут начинает весь процесс беременности и родов.